Друзья, всем привет от Магды и Дженни. И в этом ролике полюбуемся на наших великолепных красавиц. Вот они, рядом по жизни, Магда и Дженни. Но такие разные и внешне, и по характеру. Но зато у них общая, можно сказать, общий жизненный опыт, потому что десятилетиями они работали вместе. И сейчас на заслуженной пенсии тоже вместе. Кстати, есть у них опыт съемки в фильмах, один из них — это фильм «Слон», где снимался знаменитый певец Шнуров. Кстати, вместо него должен был сниматься Машков, но тот, честно говоря, побоялся. У него был негативный опыт съемок со слонами, и он отказался от этой роли. Но Шнуров хорошо ее сыграл и, главное, быстро нашел, по словам Сергея Гулевича, дрессировщика Магды и Дженни, общий язык со слонихами. Он их совершенно не боялся, угощал, и они быстро поладили. Главную роль сыграла Дженни, но Магдочка ее часто работала в качестве дублера, подменяла Дженни, потому что Дженни немножечко с линцой, а Магдочка была за любой кипиш. Вот такие дела. Всем мира и добра!